Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в незабываемое путешествие по Паттайе, городу, который никогда не спит. Готовы? Поехали! Начнем, пожалуй, с самой главной достопримечательности – пляжа Паттайя. Теплое море, ласковое солнце, золотистый песок – настоящий рай для любителей пляжного отдыха. А для тех, кто предпочитает активный отдых, здесь есть все виды водных развлечений, водные лыжи, парасейлинг, катамараны. Выбирайте на свой вкус. А как насчет того, чтобы увидеть весь мир в миниатюре? В парке Мини-Сиам вы сможете прогуляться среди копий самых известных мировых достопримечательностей – Эйфелевой башни, Статуи Свободы, Кремля и многих других. Отличное место для семейного отдыха. Хотите прикоснуться к прекрасному? Тогда вам точно стоит посетить Храм Истины – настоящий шедевр деревянного зодчества. Этот храм поражает своей изысканной резьбой и величием. Не забудьте фотоаппарат. Вечер – время развлечений. И центр ночной жизни Паттайи – знаменитая Walking Street. Огни неоновых вывесок, зажигательная музыка, бары, рестораны, клубы – здесь точно не будет скучно. Аутентичный колорит и экзотические товары ждут вас на плавучем рынке Паттайи. Здесь можно купить сувениры, попробовать местные деликатесы и просто окунуться в атмосферу настоящего восточного базара. Советую приходить пораньше, чтобы застать все самое интересное. Вот и подошло к концу наше путешествие. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не пропустите новые выпуски. До новых встреч!